Всем привет! И я автор этого канала. Поэтому хотелось бы сказать о том, что я, в принципе, все еще занимаюсь YouTube. И кроме как сказать вам с Новым годом, мои дорогие друзья, хотелось бы также добавить, что за следующий год должно выйти достаточно много анимаций, и не только анимационные мемы, но и, так скажем, музыкальные анимации или даже, может быть, какие-то проекты. Короче, это такая у меня цель. Да, это что-то по типу анонса. Кроме как сказать все это, я вам еще и скажу с Новым годом. Да, так неожиданно и так странно, что я говорю. Да, в принципе, сейчас Новый год, 31 декабря. И это очень, так скажем, радостный для меня момент. И потому что я люблю Новый год, и надеюсь, вы тоже любите Новый год. Надеюсь, у вас тоже есть оливье. Ну, хотя это у всех так. И что вы будете праздновать его вкусненько, с мандаринчиками, как положено. Да. Так вот, помимо поздравлений и помимо всего прочего, хотелось бы также сказать о том, что на деле я готовила какой-то проект анимационный на Новый год, небольшую анимацию, но тематическую, но я ее не доделала, и это печально. Поэтому я подумала, я запишу для вас вот такую вот простую видяшку в виде спидпейнта или разговорного видео, а в конце я просто добавлю видео, анимацию, которую я хотела выложить. Она не особо большая, но и не особо маленькая. Поэтому надеюсь, она вам понравится. Если она вам понравится и вы захотите, чтобы я ее закончила, то, в принципе, пишите в комментариях, пишите, вообще понравилась ли вам эта анимация. Ну, естественно, поставьте лайк, потому что почему бы и нет. И еще важно очень подписаться на мой канал. Да. Поэтому, мои дорогие зрители, прохожие и подписчики, с наступающим вас, ну или с прошедшим Новым годом. Потому что он должен быть хорошим. Потому что я так сказала. Классно, да? Ну, а теперь я вам покажу, наверное, видео и закончу на этом видео, поэтому до свидания.